И всем привет, дорогие друзья, с вами канал Artichoke Life, и сегодня я хотел поговорить о значении слова «кек». Откуда взялось это слово? Это наподобие «хах», «хех», «ха-ха-ха», «смешно», «шутка» и так далее. Но почему именно «кек»? Почему? Загуглив в интернете, я ничего не нашел, и просто кто-то сглупил, сказал «кек», и все начали повторять за ним. Обычное стадное чувство. Меня почему-то раздражает это слово, и когда мне пишут, вместо того, чтобы просто посмеяться, какой-нибудь смайлик отправить, мне пишут «кек», меня это просто раздражает, выбешивает, и я ему говорю, типа, заткнись, замолчи, и все, удаляю в ЧС его и так далее. Ну, блин, ну, зачем повторять просто за всеми, даже если ты не знаешь этого значения, и не знаешь, откуда это слово взялось, и все время повторять, а мало ли, может, такой это мат на каком-то языке. Все повторяют, как стадо баранов. Ну все, мы немножко разобрались, и знаете, что не надо мне писать «кек», и, блин, я ненавижу это просто слово. А сейчас давайте перейдем к ответам на вопросы и поехали. Ну что, друзья, сегодня вы мне задали очень много вопросов в группе. Сейчас давайте ответим на первый. Ух ты, блин, я даже еще не пролистал до самого верха. Сними про свой город. Обязательно будет какое-то видео про Санкт-Петербург. Я выйду вечером и сниму какой-то видосик, типа обзорную, панорамную. Панорамный вид такой на город ночью. Скорее всего, это будет на Невском проспекте, но это будет чуть-чуть попозже. Ты сдал на права? Нет еще. У меня экзамены только будут через месяц. Сними про университет. Тоже была такая мысль снять видео про свой университет, рассказать про кафедры и просто пройтись так и сделать обзор на университет. Если будет много лайков под этим видео, то обязательно, конечно же, сниму. Также и про обзорную на свой город. Еще один вопрос про обзор на свой город. Читаю. Обзор своего города сними, пожалуйста. Покажи свои любимые места в городе, где любишь отдыхать. Расскажи историю, почему это место тебе очень нравится. Ну, вроде идея клевая. Клевая идея, но для этого нужно время, для этого нужно монтаж, для этого нужна какая-то компания, потому что одному снимать весь город как-то неинтересно. Как ты относишься к друзьям, когда они на тебя смеются? Они не смеются надо мной и... не смеются на меня и надо мной. А какой у тебя компьютер? У меня MacBook Pro 15 Retina 2015 года. У меня еще сейчас второй компьютер, я его сейчас восстанавливаю. Это Toshiba... Ну, не помню, короче, на винде. Он мне нужен для работы, поэтому я его сейчас восстанавливаю. Давайте перейдем уже к следующему вопросу. Сам ли ты делаешь себе интро? И если сам, то через какую программу? Не все интро я делаю себе сам. Допустим, интро, которое сейчас будет в этом видео, мне сделал мой подписчик. Да, и почти все интро делали мои подписчики. Я раньше делал сам себе интро, но потом как-то на это все туго. Мне предлагали помощь, делали мне интро. И зачем мне тратить силы, если кто-то сделает это мне? Я отблагодарю и все. Как относятся твои родители к играм? А как к ним можно относиться? Вообще, ну, нейтрально. Ну да, они знают, что я снимаю игры на одном канале, знают, на втором я снимаю влоги и все такое, но знают, что я много времени уделяю видео, и, ну, они меня и поддерживают, но и то, что это много времени занимает, это, конечно же, тоже плохо. Но я стараюсь снимать для вас видео для первого и второго канала. Сейчас давайте я обновлю страничку и посмотрим, может, еще вопросы есть. Ждем. Нет, пока вопросиков больше нет, уже, так сказать, время 9 часов вечера. Вот такое значение слова «кек», которое я вам сказал в начале видеоролика. И также я ответил еще на ваши вопросы. Если вам нравятся такие видео, то обязательно ставьте пальцы вверх под этим видео, подписывайтесь на мой канал. Также можете подписаться на мой основной канал, связанный с играми. Там уже 16 тысяч подписчиков, с чем я поздравляю вас, поздравляю себя. Подписывайтесь на мои группы. И все, друзья, я желаю всем удачи, до новых встреч. Пока.